Дороги частного сектора в этом году тоже не останутся без ремонта. Первую завокзальную планируют сделать за 2 дня. За эту улицу ратовали и жители, и депутат. Весеннюю распутицу отсюда не выбраться. Здесь дороги больше 20 лет уже нету как таковой. Это вот что я помню. На второй завокзале была хорошая дорога асфальт, но она уже в плохом состоянии. И вот нам вот я писал обращение к депутату, собирал коллективное письмо. И вот после этого у нас здесь, как говорится, и на нашу улицу пришел праздник. Сначала выравнивание, потом подсыпка и в завершении утрамбовка. Последний этап, к слову, выполняют с использованием нового катка. Он с виброплитой, приспособлен специально для укладки гравийных дорог. На этот год запланировано восстановить покрытие на 100 улицах частного сектора на сумму более 20 миллионов рублей. Наш город участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». У нас появилось больше асфальтового грунлята, получаемого при фрезеровании изношенных слоев дорожной одежды. И в текущем году мы планируем выполнить более чем на 30% дорог отремонтировать, чем в предыдущем году. Работы уже завершены более чем на 40 улицах. Восстановлено покрытие на улицах Мичурина, Пророкова, 2 Челышева, 2 и 3 Сибирская и на других участках. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.